приветствует сервер Urbans.ru. Введите имя пользователя. Введите пароль. Доступ разрешен. Егор Вячеславович, сложно ли сдать на черный пояс? Смотря все зависит от того, как вы к нему готовы. Вот и все. Такой же вопрос. Сложно ли, допустим, сдать на права, на машину? Ну, если вы классно подготовились, отлично отвечаете на все вопросы, и ваш инструктор прекрасно прокатил вас в течение месяца, вы сдадите, как говорится, без проблем. То же самое касательно КРТ. Если ваша физическая подготовка в норме, если тренер у вас хорошая квалификация, я не думаю, что у вас будут проблемы в том, чтобы сдать на черный пояс. Для этого, пожалуй, не нужно иметь феноменальные какие-то навыки специальные или там за небесную подготовку. Нужно просто грамотно тренироваться, понимать, что вы делаете, и выполнять те требования, которые рассчитаны на этот пояс. Я думаю, что если вы очень захотите, Игорь Вячеславович, то вы на черный пояс точно сдадите, поверьте мне. Но просто вам нужно очень захотеть и иметь хорошего тренера. Спасибо. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли? Сдадитесь ли?